Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот небольшая посылка. Это у нас будет, скорее всего, кубик Рубика. Все вы знаете, что я увлекаюсь сбором кубиков Рубика. И больше я его использую как успокоение, да, когда как четки используют, как спиннеры, да, то есть у меня оптимально это кубик Рубика. Собирать его, просто даже не собирать, а просто его перебирать в руках вот так, и меня это успокаивает, я могу сосредоточиться, могу долго продуктивно работать, вот, поэтому либо просто его держать в одной руке, там, да, одну грань поворачивать, вот, как бы, поэтому я, ну, увлекаюсь кубиками Рубика. Также, помните, у меня был из магазина Mini in the Box, пришел, он был весь грязный, с пылью, потом магазин, я даже не просил магазин высылать мне новый, написал просто отзыв плохой, что так и так был просто грязный кубик. Ну, ничего, я его почистил, посмазал, и все, отлично, подарил жене, жена собирает его, учится. Вот, но, как бы, я не просил, Mini in the Box прислали мне новый кубик абсолютно, то есть написали просто, что мы вам выслали, я даже не ожидал, что они пришлют что-либо. Прислали мне новый кубик Рубика, и с ним было все в порядке, все отлично. Вот, но история не про это, история про то, что я заказал параллельно после того, как заказал на Mini in the Box, выбрал еще кубик, вот такой вот кубик с Mini in the Box. Заказал еще один на AliExpress. Давайте посмотрим на него. А он, ух ты какой, вот такой вот. Вот это я о нем и мечтал долгое время. Надеюсь, что он, да, все отлично. Гуанлонг, это такой, по-моему, такая же фирма, как здесь. Сейчас я возьму коробку, посмотрим. Вот, да, это та же фирма. Йонгджун, она делает вот так вот. Она делает хорошие кубики, то есть этот мне нравится, он быстро для спидкубинга, вот, единственное, что этот немного не смазан, нужно его смазать, вот, мне этот кубик очень нравится, но больше всего мне все равно нравится Путао, вот, и как бы там люди не спорили, мне вот этот кубик Рубика, он более приятный, то есть для моих целей он самый-самый-самый классный. Вот, этот кубик предназначен для спидкубинга, то есть на Путао ты так, ну, он тоже для спидкубинга, но ты его так быстро не соберешь, как вот этот Йонгджун. Вот, и теперь же я хотел, здесь идут черные грани и наклеечки. Наклеечки, кстати, хорошие, они не стираются, у меня был кубик Рубика, я покупал, точнее, мне подарили друзья, они купили у нас в городе этот кубик Рубика, и у него наклейки стерлись через месяц. Этот кубик я им играюсь уже несколько месяцев, вот, на гранях вообще ничего нету, то есть, как и не было, то есть, ну, отлично вообще держатся наклейки. И я хотел вообще без наклеек, то есть вот инструкция стандартная у всех Йонгджун, то есть парниша это, то есть все на китайском, но здесь есть схемы сбора, как собирать, из какой позиции, что нужно делать. Инструкция стандартная, давайте посмотрим из старого кубика, из этого, вот, те же ребята, вот он, парень. Та же инструкция, единственное, что здесь более синяя, а тут более бордовая такая окраска. Вот, в остальном я думаю, что это абсолютно идентичные кубики. Вот последняя, да, то есть абсолютно идентичная, здесь просто немного светлее краска. Вот. Так, смотрим сам кубик. Такие красивые цвета, но вот здесь грани, видите, они не плотно сдавлены. Придавили, закрыли. Да, нужно смазывать его. Сделан по технологии такой же, как и этот кубик. Те же кубики. Прервали меня. Вот грани все
чистые, то есть не поцарапанные. Я проверил все грани внутри, видите, они все идеальные, то есть как не так, как с этим из Mini in the Box, что он внутри был весь поцарапан и весь грязный, то есть набиты куски как абразива какого-то было, то есть здесь внутри болтики все золотистые, то есть без ржавчин каких-либо, все отлично, то есть офигенный кубик. Вот, сейчас я его немного смажу и попробуем, как он будет собираться. Я скажу сразу, что я не быстро собираю кубик, у меня где-то минута, полторы занимает. Вот. Давайте я его запшикаю. Пользуюсь я вот таким обычным силиконовым маслом. Я еще не купил себе для кубиков, но вот-вот закажу специальную смазку для кубиков и буду использовать ее. Весит 52 грамма. Сколько у нас весит компьютер? Вот. Это 57. Ну и давайте взвесим для интереса путао. А где я его ел? Самый тяжелый, вот. Но это плохо для спидкубинга, если он тяжелый. Вот, в принципе, хорошо все собирается, немного застревал, но это все разработается. То есть. Итак, резюмирую, отличный кубик, спасибо за внимание. Вот у меня пополнилась коллекция, возможно, мы его потом разыграем. Я его оставлю себе. Вот такой вот точно мы разыграем после того, как разыграем спиннер. Розыгрыш идет, будет в описании. Вот, ставьте лайки, подписывайтесь. Ссылка на продавца будет в описании к видео. Всем пока, удачных покупок!